Детские площадки, скамейки и урны, кустарники и цветы. Так будет выглядеть обновленный участок проспекта Победы. Эта прогулочная зона набрала максимум голосов по итогам опроса. Проектная документация уже разработана. Сейчас она находится на государственной экспертизе для уточнения сметы и расценок. Для того, чтобы нам в дальнейшем, буквально в мае месяце, провести торги, аукционы, определить подрядчиков и в июне приступить к активной фазе благоустройства, для того, чтобы, скажем, к сентябрю уже закончить все работы. Похожий бульвар появится и на Комсомольском проспекте. Также в планах администрации района отремонтировать сквер на улице Молодогвардейцев.